я под вечер с прогулки пришла. И куку спросила. Так, дочка, взяла. Опять залезла по соску в бассейн. Опять посидела везде, без замет. О, с этими дочками просто берем. Скоро любим до свечку. Иди, наверное, белотушка. Делаем камень, ладно? А я... Танюшина мама с работы пришла, и Таню спросила. Да, отечка делала, опять заигралась, наверное, саду, опять ищи перезели, обедать, кричала бабушка, не рад, а ты отвечала. О, с этими дочками просто, скоро-то будешь как спичка, пока декабрь будет. Тут бабушка, мамина мама пришла, и мама спросила. Как дочка дела, наверное, больницы за целые сутки опять для еды не нашла минутки. А вечером села сухой бутерброд. Да нельзя тебе сидеть без обеда. Уж утром встала, а все не посеку. О, с этими дочками просто беда. Скоро ты будешь как печки худо. Иди в стакобеду, вертушка. Сегодня ковид вокруг. Три мамы в столовой сидят, три мамы на дочек едят. Что с дочками сделать, управлять? О, так просто, дочка!